Это яблоко не случайный гость в коробке с морковью. В день яблочного спаса, его еще называют вторым, принято дарить яблоки. Вот и дарят фермеры друг другу. По народным приметам яблочный спас считается наступлением осени и преображением природы. После 19 августа ночи становится холоднее. Считается, что этот праздник призван напомнить людям о необходимости духовного преображения. По традиции в этот день яблоками сначала угощали родных и близких, и уж только потом ели сами. До спаса не ели яблок и не готовили из них блюда. Их даже собирать нельзя было до особого дня. Сегодня, в день яблочного спаса, многие покупатели пришли на ярмарку «Привоз» специально за яблоками. Фермер Константин говорит, утром было несколько ящиков, к обеду почти все разобрали. Большой праздник. Или день преображения называется. Яблок нету. А яблочек-то очень тут мало. У одного нашли только, а так ничего. А что будете делать? Сделаем шарлотку. Дети любят. Шарлотку состряпаем. Или так, я им уже вареница подварила хорошего с брусничкой яблочного. Хочу на ужин сделать печеные яблоки, потому что яблочный спас. Яблочки с медом в духовочке, даже при такой жаре. Скажите, верите, что с этого дня начинается осень? Нет. Нас осень не касается. У нас всегда в душе весна. Что-то такое, что-то с яблоками связано, да? Яблочный спас. Яблочный спас. Вы знаете, какие у них традиции яблочного спаса? Надо их резать и есть с медом. Вот это самая главная традиция. Многое от души. Традиции праздновать яблочный спас в семьях этих женщин передадут по наследству. В старину верующие обязательно отмечали яблочный спас днем, а вечером выходили в поле, чтобы с песнями проводить закат солнца, а с ним и лето.